отражает равенство сил. Вот. Команды проявили желание, проявили стремление добиться победы. Вот. Ну, в общем-то, паритет, который на табло, я думаю, он был и на поле. Серьезно готовились к этой игре. Нам противостоял очень сильный, мощный соперник. Говорил ребятам, чтобы ни в коем случае не обращали внимания на поражение «Торпедо» от «Шахтера» 0-3, потому что просмотрели ту игру. Результат игры совершенно не соответствует характеру того матча. Ну, отнеслись хорошо, хотели, естественно, дома победить, однако где-то нашим атакам не хватало остроты, ну, поле немножко вязковато, где-то мешало, но, тем не менее, я согласен, что в целом результат игры закономерен. Ой, что-то не везет Генке в Гомеле, буквально перед игрой невралгия лучезапястного сустава, рука вот так вот. Встала и не разгибается. Положили в больницу, лежит в больнице. Ну, обещают к следующей игре поставить на ноги. Игровая аритмия, где нужно немножко дать игрокам набрать кислородика и опять вводить мяч в игру. Вот в этом и заключается. Где-то чуть придержать мяч вратарю, где-то наоборот быстрее. Когда команда чуть-чуть задохнулась, чуть-чуть нужно, еще раз говорю, глоток кислородика вот здесь. Поэтому такая ситуация. К победе мы стремились, освежили перед и выпустили быстрых игроков.